Ледяная глыба упала на новенький автомобиль «Хавейл». Припаркованная с вечера машина местных жителей не дождалась водителя буквально 15 минут. Результат – смятая напрочь крыша. Мы сегодня должны были ехать по делам, причем дело очень долго. К сожалению, произошла такая внезапная и очень скорбная ситуация, что из дома вышли, никуда не собственно. И мягко говоря, в шоке, потому что поставили не довольно-таки далеко от крыши, но тем не менее, в общем, нет слов, одни эмоции. Пришли, но крыши у нас в машине, можно сказать, нет. Мы сами видели. Огромнейшая вмятина. Помимо основных дел, которые существуют в нашей жизни, мы теперь должны еще потратить время на решение проблем, вставление иск в суд. И я надеюсь, что управляющая компания возьмет за это ответственность и ответит перед законом, перед жильцами этого дома. Потому что, если бы не наша машина, на этом месте мог бы быть любой абсолютно человек, абсолютно живой. И после таких глыбин, я не буду комментировать, что могло бы произойти. Эмоции владельцев автомобиля понять можно, как и размышления о том, что на месте их автомобиля мог быть прохожий. Как и здесь, на пересечении улиц Свободы и Затинной. Снежная лавина еще утром сошла с крыши, вырвав снегозадержателей и поломала ветки дерева. Отсутствие пешеходов на нечищенном тротуаре – лишь счастливая случайность. Напомним, что наледь и тяжелые снежные лавины сейчас, вероятно, могут сходить с крыш повсеместно. Будьте аккуратны.